no, nothing more to say actually, because we missed 100 points, and if you can see our rebounds, 23 against VfL 8, it's almost double. So with these numbers, we cannot think about victory, and even not think we cannot even think about good game. So I cannot say something more. Мы настраивались, мы знали, что они в четвертой четверти обычно выпускают маленький состав, то есть подвижный. Мы к этому готовились последние три дня. То есть мы знали, что так произойдет, и это было отработано, и сработало. Всех игроков и всю команду, весь клуб. Наконец-то мы показали свою боевую мощь. И зал, сегодня энергетика зала была четверть-четверть. И, вот, и команда чувствовала вот это, зал когда дышал игрой и отдавал энергетику игрокам. Игроки вот эти эмоции, когда там сверху забивали или Панин трех очков. То есть они друг друга заводили и зал заводили. То есть вот это вот то, чем прекрасен баскетбол. И хотелось поблагодарить болельщиков, сказать, что мы постараемся еще лучше играть и радовать болельщиков, и радовать весь Татарстан. Смотрит, главное, команда у нас выиграла, и все. Еще без разницы, сколько забило. Ну, 8, если помог команде. Ну, в третьей такая тяжелая четверть. То есть мы до этого вроде хорошо половину играли. В третьей, наверное, немножко расслабились, были, как не знаю сказать, вошли что ли в игру после 15-минутного перерыва. И в четвертой показали ту игру, которую показывали в первой половине, в первых двух четвертях. Good game, boy! Shit!